Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ржевский задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в сбытии наркотиков. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у мужчины полимерные свертки с наркотиками, в том числе с амфетамином и гашишем. Кроме того, у подозреваемого в карманах, рюкзаке и поясной сумке находились электронные весы, изолента и упаковочный материал. Фигурант планировал распространять наркотики на территории Ржева. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Члены общественного совета при управлении МВД России по Тверской области проверили качество оказания государственных услуг в отделе по вопросам миграции Московского отдела полиции города Твери. Отдел по вопросам миграции Московского отдела полиции оказывает на территории Московского района порядка 7 государственных услуг. Это паспортно-регистрационный учет, миграционный учет, также это получение беженца, предоставление временного убежища, приглашение иностранных граждан на территорию Российской Федерации. Также исполняет функцию контрольно-надзорной деятельности, да, когда проверяется законность, режим пребывания иностранных граждан на территории обслуживаемого района. Подводя итоги проверки, общественники отметили, что в отделе имеются все необходимые условия для качественного оказания государственных услуг. Визит общественников прошел в рамках осуществления контролем за деятельностью полиции. Здесь, в отделе по вопросам миграции, для получения госуслуги требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющиеся у человека на руках. Для удобства посетителей отдел разделен на 2 блока. Это центральный зал, где граждане берут талоны, предварительной записи, и 2 зала ожидания. То есть в первой половине зала ожидания мы принимаем иностранных граждан, следующая половина отделения – это предоставление государственных услуг гражданам Российской Федерации. Каждое служебное помещение оснащено информационными стендами, что очень удобно для восприятия информации. Каждому посетителю наглядно показан алгоритм действий для получения того или иного вида услуг. Помимо предварительной записи, каждый гражданин, обратившийся на прием, может взять талон в живую очередь и получить консультацию. А еще в отделе есть кабинет обязательной и добровольной дактилоскопической регистрации. Здесь же при необходимости устанавливают личность иностранного гражданина в режиме реального времени. Если иностранный гражданин нам неверно предоставляет установочные данные, отпечатки пальца рук есть в базе, вылезают все дактилоскопические карты на данные пальцы. Бывает, что ошибки, предположим, в имени, у них же сложные установочные данные. И, соответственно, а для установления личности это очень важно. Пройти процедуру дактилоскопии решил и член общественного совета Валерий Смирнов. Вы, Валерий Федорович, чисты перед законом, да? Да. На данный момент я перед законом чист. Скажите, а вообще волнительно было вот так вот снова проходить такую процедуру? Ну, скажу, что да. Такой дискомфорт ощущал. Потому что, это не первый раз я делаю, да, в связи с работой. И машина, а вдруг бы она ошиблась? Ежедневно в отдел по вопросам миграции обращаются десятки посетителей. Анна Тюрина подчеркнула важность получения госуслуг в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг. Портал госуслуг помогает гражданам не только в течение 5 рабочих дней получить паспорт, оно намного быстрее. Это касается и адресно-справочной работы. То есть у нас мы стараемся ликвидировать очереди. Сидя дома в комфортной ситуации, обстановке, вы можете через госуслуги направить запрос на адресно-справочную работу, также в электронном виде получить ответ. Удобство и быстроту обслуживания оценили и посетители, с которыми в этот день беседовали общественники. Подразделение оснащено не только электронной очередью для комфортного приема граждан, а также пожарной сигнализацией, тревожной сигнализацией, камерами видеонаблюдения,
что для комфортного приема граждан созданы максимальные условия. За это можно поблагодарить руководство УМВД России по Тверской области. Общественная проверка показала, сотрудники отдела по вопросам миграции Московского отдела полиции работают профессионально, в общении с посетителями вежливо и корректно. А это, согласитесь, важное качество для каждого, кто обращается в полицию.